довольна. Ну, покажи. Ой, ой, довольна. Здравствуйте. Я фермер. Зовут меня Дмитрий Куцко. Я занимаюсь выращиванием необычной породы поросят, кудрявых, венгерская мангалица. Я прожил больше 50 лет на свете и не знал, что такая порода существует. А потом поехал в соседнюю деревню к товарищу. И вот он меня и заинтриговал. Мне они просто нравятся. Вот я бы никогда в жизни, мне кажется, не занимался с простыми свиньями. Но они мне просто не интересны. Ну, свинья да свинья. Она всем отличается от простых свиней. Вот всем. Что внешним видом, что своим происхождением, что характером, что повадками, что вкусовыми пристрастиями. Мясом отличается, салом отличается. Эта свинья интеллектуальная, она по-другому себя ведет. По сути дела, венгерская мангалица – это машина по переработке всех органических остатков, все, что растет в огороде, в деревнях, в этот весь бурьян. По переработке вкуснейшее, ценнейшее по своим качествам мясо и сало. Моя основная задача – это сохранить чистоту крови. Именно чистоту, поскольку у нас в России так повелось, что не суслик, то агроном. И каждый заводчик, если попадает к нему даже хорошая особь, у него появляется большой соблазн скрестить ее с другими породами. Но дело в том, что для дальнейшего воспроизводства они не годятся. То есть идет вырождение.